Песцы спели гимноману. Дайте пристабав лапу интеллект. Каски, психи, агроном кулак. Прикликните на кулак. Слакает ретрит, не хочу сидеть 30 минут здесь. Креста не будет. Тотем стоит. Раном, если ты слышишь, кинь кулак после боя, либо время боя, чтобы он висел сейчас на всем рейде. Карфон, спекнись танка от первого босса. Уничтожатор, первую копию Альфон, вторую на Кирель. Спасибо за власть. В мире хватает героев и без тебя. Я две копии потанчу. Ребят, подними уничтожатора. Забирай, бля. Я ее возьму. Синя, хорошо. У вас и хиль волной исцеления танка. Ну. Спекнуть холиком. В мире хватает героев и без тебя. Силы не справляются. Тут, короче, тут надо штук 6 хилов, чтобы танк точно не упал. По 2 хила на танк. Есть рекорды без эти, и на рекордовые маны нету. Ну, отклива. Сакру, гимны хп, то есть живой, а престола нет, ладно. Эндриага, ты слышишь? Блять, пока дошел, ты сдохнул.
Вася, хиль вам на исцеление танков. 2 БДК. Просто такая штука, что как бы танк отходит, и вихрь все равно бьет по нему. Редко бывает, когда он не бьет, когда он в размере меняется только. Вихрь всегда задевает там первые секунды. Просто вы еще пренебрегаете тем, что вы метки в рейндж не относите и не понимаете, что он там нормально дамаги ему дает. Ну это да, здесь пренебрегают. Вы никогда об этом не думаете. Поэтому либо в 6 хилов, либо думайте о метках. Спекайся в шипы. Сейчас захилим нормально. Может, маги, поставьте стол, пожалуйста. Каски раздайте там. Кресло. Разном каски. Психи, раздавай кресты, сейчас 3 паладина буду. Кресты, да, дайте. Короче, ладно, не будет креста. Да, сдаю, даю. Давай, пуляй. Я просто танка не хилил. Поэтому мы упали. Отойдите от босса, чтобы вы потом не отлетали при копиях. Альфонс, хили кукуваси. Сахар давай. Сейчас 3 хила было. Все равно вы как-то плохо отбегаете от вихря танки. Он бежит, когда кастует. Я говорю, он редко бывает, когда не бьет вихрем, когда он меняет с большого на маленький свой размер босс. А так он всегда раньше танком. Раньше да, просто не бегал, когда кастовал, а сейчас бегает, да. Поэтому сейчас больше урона получает танк. Я понял, что тогда такой урон. Червячок, стой уже, вы вздыхали. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Обратите их в пятницу. Тут замешано и более могущественно. В самом начале я еще лидера. Огромный расход. Герои, мне не ведать.
эти захватчики. Но отправка точно. Их нужно Кирилл, будешь танчить свет. Назойливая мошкара. Вы опоздали. Так, слушайте внимательно. Первая, вторая пати тьма. Танчит уничтожатор. Третья, четвертая свет. Танчит Анакрель. Рота во тьме. Альфонс в свету. Все хилы во тьме. Стал подиспелишь тьму. РК написали, на какой спек роли. Лилия Шедеморн. Все, заходим в зону. Власть мини. Звездочку встали все. Беги, малышка, беги! Притяжку юзает какой-то дурак. Альфонс, я уже сорян. Бери я вообще нафиг с панелями. Заходим. Ку-ку, Вася, ты хилишь во тьме уничтожатора и рейд. Молодец, Агримар. Анакрель, поднимай Агримара. Бой зависит. На, извини тогда. Никто не диспелит. Блин, у меня что-то кнопка не работает. Да давай. Ну по диспелить или сок там по диспелить. Да у меня не работает, по диспелить никто не другой. Че, обалдели что? Ну ты во тьме по диспелить ты. Третья, четвертая пати, вышли в свет. Максимус. Метка Максимус. Максимус. Встали в звездочку. Альфонс, выйди в свет. Говорил же в свет, понимаешь? Да меня просто с РК украли, я этого не слышал сейчас. Гранул метка. Ну,
Инеры везде залили. Ятёр побежали. Какого хера метка одновременно с метеором кидается из игры? Во тьме дали рост. Куку, Вася, давай рост во тьме. Опять метка на мне. Хорош. Бежали метеор. Милики ролим. Конскюрит писал, что на Катару лишь? Не писал. Где? Я не вижу врага этого. Королечко и нахила хорошая. Еп, на шана, на червяк, на сову, уничтожить РДК и нахила кто-то